Всем привет, с вами Андрей Чент. Ну что, продолжаем Red Dead Island 2. Итак, мы закончили на том моменте, что мы заходим в отель. У нас все очень и очень плохо по оружию. Если честно, некоторые зомби носят броню. Чтобы нанести им урон, цельтесь в уязвимые места, например, в голову. Если зомби защищен слишком хорошо и не имеет... Я не успел почитать. Ну, короче, в идеале целься в голову, да? О! Голова с плеч. Так, у нас реально все заканчивается. Так, секунду. Давай вот так вот. Ага. По головешке. Голова с плеч. А, я думал, ты умерла. Но не тут-то было, да? Так. Жизнь, я думаю, что мы использовать не будем. Он сейчас сам восстановится прекрасно. У нас одна аптечка. Кто там кричит? Протеиновый батончик. Вот, тем более, хорошая штука. Нам бы до станка добраться бы, да? До станочка-то. А пока вообще реально станка... А, ну станок в самом начале был, да. Окей. Что здесь? Газовый баллон, протеиновый батончик, все, жизни мы восстановили. Сплав. На мусорнике ничего полезного нету. Немножечко побомжуем. Канистра с водой. Где-то есть электри... А. А вон они, гаврики. Someone didn't want anybody or anything to get out. Ну что, открываем? Оп. Готов, первый. Оп, готов, второй. Следующий. Ой, бля, не вовремя. Блин, там можно было вырубить еще, да? Давай, 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 полетели топором. О, какая мадам. Она меня будет кусать? Бля. Нет, топор хороший. Бля. Да отвалите. В голову. Спину. Так. Почти, мы можем уворачиваться. Оп. А, блин, не увернулся. Надо уворачиваться еще. Давайте увернемся. Мы что, напомню, жизни можем. А ну. Оп. Восстановили жизни. Эх, смотри. Ха, топором в голову. Та ты шо, красота. Давай ты тоже. Давай, давай, кусай. Оп, увернулся. Мы восстановились. А теперь я. Все, надо использовать увороты для того, чтобы восстанавливаться. То есть уворот за уворотом будет результат. Ну слушайте, я так скажу, топорик вроде бы очень даже, ничего по сторонам нету. Так, всем привет. Тихо. Мадам. Оп. Оп. Увернулся. Смотри-ка. Оп, топором. Хорошо, скажи. Не успел, ладно. Опа. И так вот. Ай, блин, долго думал. Блин. Ah!
Давай. Оп, увернулся. Ну, давай, топор в голову. Супер, красиво. О, батончик. Пока убивал, я еще и поел. Ну, это вообще... Ну давай, с разбега. Готов. Так. Вижу одного. Можно было бы еще и газовый баллон вырвануть. Там кто-то еще шел. Вот. Shit is how I describe the outlook so far. Так. Someone alive. Что у нас здесь? Hello. Welcome to the Halperin Hotel, where we are dedicated to providing you with the ultimate luxury getaway. For room reservations, press 1. Wedding planning services, press 2. Other event bookings. Нужен ключ. For intimate weddings. Короче, тут нужны ключи от ячеек. Больше ни хрена, да? Так, а куда он хочет нас повезти? Там у нас... Откуда идет этот голос? А я там знаю. Откуда-то. Канистра с топливом, канистра с топливом. Клей. Так, здесь пока непонятно. Нет питания. Окей, надо питание, чтобы запустить лифт. Сюда мы зашли. А, тут были детали еще. Так. Ну давай, куда пойдем? А, ключ от ячейки, во. Во-во-во-во, ключ от ячейки. Девятая была, да? Где девятая ячейка? 49-я. Вот девятая. Там детальки были, хорошо. Так. Приглашение на свадьбу. Зовите на помощь. Сюжетное задание выполнено. Проберитесь в вестибюль. Откуда она знает, что я здесь? Неважно. Так, а что у нас по заданиям? А у нас только одно задание. Все остальные выполнены. Окей. Так, аккумулятор. Бля, а где там мы аккумулятор могли вставить? Go outside, take a break. Здесь, по-моему. Come back when I can be asked. Я уже забыл. Нет, блин, где-то нужен был аккумулятор. А где? Куда? Ладно, уже не важно. Куда-то я должен был его впихнуть. Так, электроника нам нужна для улучшений. Не, аккумулятор берем с собой. Если что, мы будем его... О, тем более, сюда можно его бросить. А, бля! А чё тебя не шандарахнуло, я не понял. Чувак, ты вообще-то должен был не выжить. Понимаешь? Зачем ты так делаешь? Забрать аккумулятор. Так. А, ну да, только сюда. Выследить майора. Я иду за тобой, майор. Майор, я иду. Тут заперто, ну, понятно. Я так понимаю, мне нужно идти по кровавым следам, да?
Так, есть огнетушитель. Все заперто. Lovely holiday ambiance they got in here. А, это все трупаки лежат. Так. О. Holy fuck. Big bad juju. А, там какая-то кислота. Осмотрите бассейн отеля. Так, а что вы осматриваете? Там кислота какая-то. This was an evac center, but this looks like something else. Что такое? Что так замедлилось-то все? А где еще один? Вроде бы еще кто-то был. Или мне показалось? Не, ну в бассейн нельзя, там что-то очень плохо. Там что-то бурлит. Вставать будешь? Не будешь. Так. Осмотрите бассейн отеля. 0%. 0%. They were pumping all this guff down the drain. Они накачивают эту мерзость стоки. Ага, типа вот мы осматриваем, да? Так, ну туда я зайти не могу, потому что я сразу умру. То есть я так понимаю, мне нужно как-то эту заразу вырубить. Тут вроде кто-то стоял, мне казалось, не? А, вон он. Что-то на стене висит записка. Так, тут готов. Вот второе осмотреть. Мощный насос. Так, а что третье? Осмотрите бассейн. Вот одно мы посмотрели. Второе мы посмотрели. Ну какое третье место? Ну... Раз, два, ну вот это вот. Ну нет. Раз, два. Может там что-то? Кассовый аппарат. Аптечка. Там заперто. Но видно, что там что-то интересное есть. Канистра с водой. Деньги. О, там верстак. Так, а как туда попасть? Закрыто с другой стороны. Тогда ищем еще одно место, которое нужно осмотреть. Осмотрите бассейн. Ну тут смотреть нечего, тут бурлит. Блин, правда, я не понимаю, какая еще одна. Должна быть еще какая-то одна точка, которую я пропустил. Ну здесь мы смотрели. Да. Окей. Это мы взрывать не будем. А, все. Промышленная щелочь промышленных объемов. Угу. Все, есть. Я твою мать, они растворяли людей. А когда бассейн переполнился, они тупо накачали этим всю канализацию. Эй, если ищешь своего женишка, то он развалился в бассейне. Но ты не волнуйся, милочка. Вы еще можете сплясать первый танец. Something unspeakable, and it was your watch, so you did your duty. Вернуться к бассейну. О, бля! Откуда ты появилась? Бля! Heads up, Jay. Да, ох, ни хрена себе вас как много! We'll be right back.
Бля. Так, секунду. А вы хотите, чтоб я прям махался? Убейте всех? Прям всех? Промазал. Бля. А, бля. А так они такие мощные, слушайте. А, бля, дайте побегу я. А? Нахи, жрите. Фас. Бля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, надо главное, блин, помнить, как уворачиваться. Вот. Да я... О, клюшка, как сейчас голова разлетится. Ой, а шо это? А, вернитесь к бассейну. Убейте всех. А, они опять вылазят. А-а-а, вы хотите, чтоб я не уходил? Heads up, Jay. Ну давайте. Иди сюда. Готово. Следующий. Ты ж готова? А, бля! Испугался. Не обратил внимания. Эх, понеслась! Ну слушайте, вроде бы все неплохо. Давай, беги, давай. Оп, повернулся. А потом так бац и клюшкой. Блин, промазал. Вот так вот, по ножкам. Так, готов. Давайте, следующий. О, те в кислоту зашли. Так, каких осталось хрен да ни хрена. Тут даже энергетик не нужен. Оп! Все? Нормально поплавал. Как там, нормально? Обслуживание, это майор из номера 307. Еще бухла. Room 307. Так, майор, я сейчас поднимусь. Встретиться с пьяным майором в номере 307. Там сейчас будет уже открыто, да? А, уже открыто, да. Что такое? А что, он был жив? О, грабли. Бля, грабли! Серьезно, грабли? А ну дайте мне рюкзак. Так, давайте попродаем. Точнее, вот это нахрен, нахрен. Вот это нахрен. Все, остальное пока давайте оставим, потому что у нас тут не прям шо аж много чего. Блин, не то. Росомаху можно... Блин, давайте граблями. Мы еще граблями не бились. И ломом мы не бились. Я хочу грабли. А ну. Ладно. Давайте, грабли будут. В задней части отеля должна быть служебная лестница. Так, встретиться с пьяным майором. Окей. Служебная лестница. А мы можем теперь отсюда открыть? Можем. А тут что? Я что, использовал твой праздник? Ага, ага, ага. А вот и вход. Так, ну логично, что нужно вырубить генератор.
чтобы туда войти. О, это тут свадьба была. О, мы как раз сейчас грабли используем. Someone's big day was stamped into the dirt. А, они типа хороши на дальнюю дистанцию, я понял. Давай, оп, повернул. Хорошенько так вроде было. Это муженек? Так, о, здесь что-то лежит. Так, ну что, заходим? Ладно, грабли. А что еще у нас? Это у нас плохо урон, у нас клюшка. Вот еще эти мы не били. Давай попробуем еще. Так, лестница уже неплохо. О, давай. Конечно, лазить так по сумкам нехорошо, но у нас тут такая ситуация, что как бы надо. Ткань. Аптечка. Это хорошо, у нас три аптечки. Электроника. Больше ни хрена. Ни хрена. Так, в номере каком она? 306? Что-то мне стрёмно. Давай фонарик включим. Вторая сотня этажем. Третьим будет третий. Ну, логично. Что на третьем этаже будет... Ой, а как открыть? А вот. Так, пока никто не собирается... Эй, ты, горилла в платье, я жил в 37-м, подкончим с этим. Оскорбляет еще. Капец. Химикаты. Шкаф, нужен предмет-ключ. От прачечной, тут нема ключа от прачечной. Так, этот же ж не открыт, да? Тут тоже. Давай. Оп, промазал. Смотри. Оп, смотри. Оп. Скажи. Оп, повернул. Да ты шо. Давай тебя. Давай, кусай. Оп. А потом можно его брать в захват. Готов. А этот что, не умер? О, а что такое у тебя? А, да? Я понял. Тебя немножечко это разорвало. О, ну у вас тут хоть чуть-чуть что-то было. Окей, продолжаем дальше. Кто-то еще хочет выйти? Отсюда, может быть? Дружище, дай зайду. Так, есть контакт. Ну, я так понимаю, нам на лифт. Еда нам не нужна. Хотя... А это что? Я буду ждать. Угу. Я буду ждать записи. Блин, тут столько всех записей есть, я понял. Так, ну давай, пошли. Никто не встанет сейчас. А это что такое? Химическая бомба? Сейчас у вас есть три метательных предмета. Но за раз вы можете взять только два. Нажмите, чтобы открыть рюкзак и выбрать два предмета. Окей. Так, метательные предметы. Ага, сюрикен.
Привлекает зомби. Мочит вандой, контузит. Ну, давай поставим теперь вместо сюрикенов. Как вариант. Так. Someone's still burning things down. А что, прям так и кидать сюда? О, бля! А, вот эта штука, которая. Давай вернемся. Атакуй. Давай. Оп. И я восстановил. Готово. Поднимитесь на третий этаж. Окей, так, а как подняться? Ты убил моих ребят! Ты поплатишься за каждого из них! Майор, вы в ненастроении? А, я с граблями хожу. Не, давайте не граблю. О, слушайте, булава какая-то. Шар с палкой. Блин, мне бы поремонтировать бы мой меч, который шоком бьется. А у нас тут на карте не было, да? Мы ж не пропустили? Нет, мы не пропустили, реально не было. Только было там, где бассейн, но пока мы туда зайти не могли. Так, секунду, а вот здесь... А, бля! Боже мой! Ну чё так пугаешь-то, а? Что за привычка вот эта вот? Пугать. Никто не какает. О, Доместос. Туалетный утенок. Так. Ну тут все залутали. Стоп, а мы откуда шли и куда? Сейчас опять туда. Оп. Давайте, я не боюсь. Фу-фу-фу, не делай так. Слушайте, а булава хорошая. Такая прям. Хлам нету места? Серьезно? Мы настолько прям уже насобирали, что у нас уже даже на хлам нету места? Так, стоп. А мы можем аптечку сейчас сделать? Наверное, не можем. Ну да, у нас хлама 99. Поремонтировать мы тоже ничего пока что не можем. Зараза. Навыки какие-то новые появились? А, нет. Хотя... Не, не появились. Ну, пока все. Ладно. О, мы смогли открыть сейф. Ну, хлам забрать не можем. Потушили. Ай, шандарахнуло. О, бля. Так. А хотите, я вам... даже не знаю, что вам предложить. Ладно. Вот так. Как вам вариант? Ну, слушайте, палка хорошая. Прям наклепывает. По самое не балуй. Так, двое готово. Так. О, бля. Я тебя не ожидал, если честно. Смотри, как по голове прописала, а? Блин, слушайте, булава прикольная штука. На самом деле хорошо наваливает. Так, секунду. Хотя это больше не булава, такая металлическая. Ага, там двое. Там никого. Давай, атакуй. Блин. Ладно.
Так, по жизням у меня 440. Вот, сейчас атакуют. Давай, давай. Оп. Давай. Давай. Кусай. Оп, промазал. А я не промазал. Так. Тут электричество, аккуратно. Ой, тут сейчас можно шандарахнуть. Тут нужно быть очень аккуратным. Тут у вас прям это. Канистра с топливом. Ага. Так, стоп, а мы не зашли в то место. Вот здесь вот. Вот сюда. Это что? Что-то вылезет. А, нет. Никого. Здесь у кого-то был праздничный ужин. Ну, все. Не, ну тут есть что посмотреть. Деньги. Окей, двигаем дальше. Все. Так. Нам нужно как-то их привлечь. Правильно? А я включил, а как отключить? А. Я понял. Ай. Блин, а то у вас тут все на электричестве. Слишком опасно. Если только не отрубить питание. Дружище, что делаешь? Можно с тобой? Давай. Ай, ладно. Так, тут у нас чемоданы. Поднимитесь на третий этаж. Но для того, чтобы нам подняться, я так понимаю, он намекает, что отруби питание. А где его отрубать? Хлама много. А что это такое? Подожди. А что это? Шкафчик для хранения? А вас тут нельзя поремонтировать? О! Верстак! Наконец-то! Так, а что мы взяли? Необычно что-то, модификация? Чего там? Что-то там можно было модифицировать? Навыки? Или что? А вот тут что-то новое есть, да? Есть новые карточки. А какая именно? Слабовато, так, заблокируйте атаку, от нее получите небольшой бонус к урону. Так, у нас это есть. А это дает больше здоровья. А, вот это вот, наверное, колени, так, атака, скольжение, а не надо это нам. Мне интересно. Так, хлам. Ага. Рычаг питания всего этажа. Так, давай поремонтируем. Поехали. Значит, первое. Ремонт обязательно. Ремонт обязательно. Хорошая штука. Ну и топор. Блин, топор тоже хороший был, да? А мы можем что-то улучшить? Ну, вдруг. Скорость атаки увеличивается, но уменьшается сила удара, да? Даже не знаю, да не. Давай вот сюда что-то добавим. Улучшение какое-то. Так, тоже электричество. Давай. Вот. И мясорубка. Что оно дает у нас? Повышает урон, конечность и прочность. Так, повышает. Вот, пусть это и стоит. Пусть это и стоит.
Так, это мы должны на самом деле... Не, ремонтировать это мы не будем, вот у нам пока этого. Хотя... Будем ремонтировать, не будем. Хотя вот тоже прикольная штука. Не, пока вот этих две вещи оставим. Все. Давай теперь хлам пособираем. У нас появилось место для хлама, смотрите как, а. Так, и где-то тут еще хлам лежит. А, уже все. Уже насобирали. Так. Не пол, а где мое оружие? А, типа здесь, я понял, без оружия было. Ну давай рюкзак. Вот это тоже разберем на детали. А вот это поставим пока сюда. Все. Так. Это мы оставляем на всякий случай. Давай попробуем эту палку. Lovely. Прелестно. Так, мы отключили электричество. Первое. Теперь мы как минимум... Не, давай, ладно. Давай хотя бы когти возьмем. Все. Электрокогти. Это был звук лифта? Блин, электрокогти, где вода, это, конечно, сильно. А что такое, что светилось, мне показалось? Там кто-то какает? Или мне показалось? Да не, никого нету. Ладно, тогда идем. И по зона, где у нас не устраиваются бои. То есть мы можем пойти вверх. А нам нужно на третий этаж. А давайте просто откроем, чтобы у нас был выход. Вот. Провода. Да, это мы сюда выйдем, как только разберемся, что там наверху. Давай сразу, наверное, пос... Вдруг там сейчас какой-то Red Boss. Это же ж майор. А зачем нам сюда? В смысле? А я типа могу на лифте поехать или что? Странно, почему он мне говорит, типа, иди сюда. Если я по факту должен подняться вот здесь по лестнице. Ладно. А как подняться? Стоп, я отключил или... А, вот сюда может быть. Ага. Ага, все, вопросов нет. Третий этаж. Найдите номер 307. Ладно, давайте пока оставим... На кого-то сильного. Хотя это тоже сильный. Сейчас взорванет. Кто-то прибежит? Не, никто не хочет прибежать. Ладно. These tremors, the quakes, толчки, землетрясения. It's all centered on this hotel. Так. Smash my way through. Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы это поломал? Нет? Вот это поломал? Да? Окей. Думаешь, победи? Да? Ну, планирую, как минимум, а там посмотрим. Так.
Аптечка, спасибо. Time is running out. У майора время на исходе. Найдите номер 307. Опять кто-то писает. Нет? Батончик. Энергетик. Заполняемся по полной. Кто там? А, мне нужно наверх. Locked. Fuck. Come on, Jay. Think around the problem. Да нет проблем. На самом деле. Ну что, лезем наверх? Там было, в общем-то, вот. There you go. Just crawl through a claustrophobic death duct. А я тебе отвечаю, тут это сейчас будет. Сто пудов. Кровавые потеки. О, бля! А я сказал, что тут кто-то будет. Так, там кто-то бьется с кем-то. Мужчина, здравствуйте. Right, let's reappraise the situation. Something big just fucked up Booker. Так, Росомаха в деле. Ой, сейчас рванет. Сейчас рванет. Ох, бля. Ох, бля, это меня прям в эту хрен закинуло, да? Меня прям туда же. Вместе с вами, пацаны, да? Так, секунду, дайте я пойму, где я, что я и что мне делать. О, давай, ты меня ударишь. А я, оп, овернулся. Давай еще разик меня, давай. Оп, овернулся. Это было больно. Кто-то покакал. Так. Ну что, чемоданы. Ага, помню это место. Мы его видели, когда проходили с другой стороны. Окей. Сейчас рванет. Это чтоб точно не встал, как говорится. Что там выпало? Гаечный этот. Ну ладно. Это вы думаете, что я этим буду биться или что? У меня есть свое хорошее оружие. Так, тут ни хрена. О, это что? Ладно. Доместос не стоит. Окей. Так, он... По-моему, он живой. Ну, мне так показалось. Мне показалось, да? Но он двигался, вы видели? По-моему, там за дверью кто-то стоит. Ну чё, готовы? Что там у меня квадрат? А, сумка была. Ну, открывал. Никого там. Открываем. Привет, малая. Как дела? Готово. Так. А где проход? Что только что было? Канистра с щелочью? На. А тебе типа вообще насрать? Ну, щелочь. Там же щелочь.
Тебе все равно? На щелочь? Очень странно. Тебе должно было поплохеть. Так, ой, тут что-то прям вообще все не так. О, бля! Давай, увернусь. Опа! Давай еще раз. Давай, 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 давай. Опа! Ух! Красиво прям я тебе сделал лоботомию. О, Доместос. Так. Мы практически дошли. 307. Улыбочку и вперед. Так, давай сразу возьмем, знаешь что? Вот улыбочка, улыбочка, давай вот это. Вот не знаю. Я больше за такой вариант. Блин, аптечек, так, аптечки у нас уже все. То есть нам тут дают залутаться для того, чтобы пойти в бой. Вот честно, жопой чую. Комната, где аптечка лежит. Типа, возьми хоть что-нибудь. Тебе все пригодится. Да? Ну, пошли. А, тут что лежит. Все, мы готовы. Если что, мы на увороте. Удары есть. Давай. Мы готовы. Так, пока тут ничего не вижу. В туалете. О, ключи от ячейки 53. Супер. Если что, откроем. Что там было? Канистра с щелочью. Да ладно, пока не надо. Ну что, понеслась? Holy fuck! Ну, тут sorry, кого-то major. Разорвало. You held the line. Это майор нас ждал. Найдите ключ майора. Ну вот. Надо шевелиться и двигать обратно в банкетный зал. Ага. То есть ее что-то грохнуло. Так, нет. А, так, подожди, так, давай, да. На самом деле есть с кем повалиться, но я думаю, будем валиться, не будем, как думаете? Наваляем? Кузатик, шо ты? Энергетик с тебя выпал. Что такое? Блин. Вырубили. Готов. Тут кто-то есть? Тут никак. Лам. А не химия до места стоял. Так, ну типа нам идти сейчас нужно. О, сейф. Ой, ты, причем там неплохо денег было. Нам нужно сейчас двигать тогда банкетный зал. Ну пошли. Music. Музыка. Чемодан. Мы готовы? Мы готовы. Power cables torn. Электричество, вода, лучшие друзья. А, я понял, что ты намекаешь. Блин, не то нажал. Прошу прощения. Вот. Lateral thinking. Ага. Что это было? О, бля, там кто ходит? А он откроет мне сам? Here we go. Что там? Я немножечко всрался, отбежал.
Так, у нас есть ячейка. Вот. Там внутри были деньги, электроника. Так, что нам, в зал, короче, идти, правильно же? Ну, давай. У кого-то здесь была свадьба, мистер и миссис. They chloroformed them, then dumped them in a pool of caustic X. Those poor bastards were dissolved alive. Так, есть канистра с топливом. Электричество. Что такое? Ну я понял, что надо нажать, секунду. Ну ладно, нажимаем. Come in, fella. Ответьте, приятель. Hear you. I'm Dr. Слушаю вас, я доктор Рид. Did you hear my message? Where are вы слышали мое сообщение? Где вы? I'm Jacob. Приветствую, я Джейкоб. Нахожусь в отеле. Пытаюсь связаться с властями. Well, you sort of have. Можно сказать, у вас получилось. Я состою в группе центра по борьбе с заболеванием. Ну, состоял. Как вы думаете, вы заражены? Quite the fucking opposite, man. А вот ни хрена, дружище. Одна тухла мозга меня погрызла, но... Вам стало лучше? О, боже мой! Мама всегда говорила, что я особенный. О, да, еще как! Мы искали вас! Для программы по созданию вакцины. Что такое? Эй, wait! I need you! You have to get here! Hello? You okay? You have to get here! Can you hear me? Хрена себе, невесточка! I never thought I'm okay. О, ой, а, надо еще отходить подальше. О! О, я горю! Бля, а я... Давай лечиться. Бля, как ее убивать? Она какая-то чересчур мощная. Вам не кажется? А там где-то была канистра. Вот она. Бля. Черт. Сейчас, секундочку. Так, а как мне ее убить? То есть мне нужно уворачиваться. Мадам, мадам, о, увернулся, мадам, мадам, о, бля, не успел. О, ее контузило, рубаем, бля, ой, она чуть-чуть подгорела, ой, и теперь я сейчас подарю, а, бля, больно было, ой, там кто-то выпал, еще, бля. У нее вышел помощник. Давай, атакуй меня. Оп, промазал. Есть там так. Так. Есть контакт. Блин, у нее нифига себе она живучая. А, бля. Так, на этом надо восстановиться. Опа. Есть контакт. То есть, если что, у меня как раз будет возможность восстанавливаться. Ага, они понемногу подлазят. Ты, мадам. Так, ждем этого мелкого. Он сам его оглушил. А, бля. Так, ладно. Где тот мелкий? Аптечку заберем. А вон он идет. Давай к нему. Атакуй. Оп, промазал. Есть контакт. Блин, он вообще бессмертный.
как долго его валить? Точнее, ее, невеста Бекки! Невеста! Ай, блин, сбила с ног. Блин, мне бы ее бы, знаете, чем? Чем-то. Блин, не убежал. Так, где-то здесь у нас была канистра. Где-то ее пытался бросить. Я уже ее потерял. Если честно. Блин, все равно достала. О! Пошли подачи! Давай! Давай, пока дается! Бей ее! Ладно. Практически грохнул. Так, надо сделать так, чтобы они встали и чтобы жизни восстановить. Блин. Уходим. Уходим. Ай. Так. Блин. Ну я ж уворачиваюсь. Блин. Не фартануло. Ладно, уходим. Давай подлечимся так. Да бля. Ладно, валим ее дальше. Давай. Так, ну что, а у нее жизни восстановились? Или мне кажется? Блин, не успел. Так, у меня 3 аптечки. Готов. Так, невеста Бека. Да бля. Ну. Ну давай, ну чуть-чуть. Ой, бля, лечение, лечение. Убегай. Лечись. А! Последние аптечки. Бля! Ну сдохни ты уже! Давай! Наконец-то! Hello, Dr. Reed? You there? Бляха-муха, вот это она мощная! Нажмите, чтобы силы ударили об землю. I'll be bringing a group of us. I'll be in touch. А, вот что это было. Блин, а я помню, что какие-то нужно было кнопки зажимать. Окей, I've got a bounce. Later, doc. Открыта новая карточка пинка в прыжке. Фух. А что за карточка? Пинка в прыжке. Это у нас снова открылось. Вот сила и удар об землю уменьшает устойчивость зомби рядом с вами. Это у нас что? Находясь в воздухе, чтобы силой пнуть. А это нажмите. Ага. А, ну все. Пока все. Да, невеста-то была у нас особенная. Но вот на этом моменте мы с вами и закончим. И уже в следующем выпуске с вами продолжим. С вами был Андрей Чент. До скорой встречи.